Всем привет! Да, у нас такая классная погодка, солнечная. Вот, мы идем в магазин. Сегодня Страстная пятница. И мы идем за пасками. Печь я не буду, настроения нет, ни возможности. Вот, поэтому решили в этот раз просто пить. И все. Так что и заодно прогуляемся. Друзья, мы вернулись домой, погодка у нас просто замечательная, солнышко, людей очень, так, что там за звуки посторонние, людей очень много в магазинах, на улицах, все спешат, все покупают паски, люди на праздники закупаются, в общем, жизнь кипит. Вот, ну, давайте я вам сейчас покажу, что мы купили. Давайте начнем. Я уже выложила на столе. Зашла в ветмагазин, зоомагазин, точнее, взяла капельки от блох животным нашим котикам. Это бедные они мучаются. Взяла котеночку маленькому 1 месяц корм. Вот такой вот для котят. Ну, не знаю, сомневаюсь, что она вообще будет его кушать. Так, взяла масло. Богодуховское масло. 73%. Не знаю, не брали. Попробуем. Сахарок. Килограмм. Обязательно. Так, взяла вот это вот красавица. Черепашки. Взяла вот такой вот корм. В гранулках. Своему красавцу, который взяла панкот. Вот такие вот подливки. 2 банана. Выбор, кстати, вы видели, был огромный в АТБ. Овощи, фрукты. Так, думательная бумага. И поехали. Так, взяла зелень. Укропчик. Хочу мелко порезать. И морозилку. Вот, супчик сварили. Так, немножечко... посыпать. Так, первая пасочка. Вот такая вот у нас. Паска у нас. Кекс. Кекс пасхальный. Так, а сколько здесь грамм? Так, так, так. Сколько здесь грамм? Я не вижу. Я не вижу. Так, сейчас я найду. 230. Вот. 230 грамм. Вот такая вот. Цены тоже разные. И 39. И 50, и 49 гривен. В общем, разное. Так, вот такую вот взяла пасочку. Так. Сейчас я вспышку включу. Так вот, лучше видно. Кекс тоже пасхальный. Здесь 280 грамм. Вот уже побольше. Попробуем. Так, это мы брали в Арусе. Вот эти две, эти в АТБ. Это я в Варусе брала. Так, здесь 150 грамм. Вот такая вот маленькая. И последняя с АДБ. Она стоила 60, по-моему, 6 гривен. Вот такая красивая.
даже число здесь. Вот такая вот красавица побольше. Ну вот, в принципе, вот такие вот 1, 2, 3, 4 пасочки у нас. Так, едем дальше. Дальше. Ой, чеп-чеп-чеп. Сумка пустая. Упала. Упала кофе. 2 таких взяла Якобса. Нам по шоколадке. Я себе карамельку взяла. Здесь у нас обычные. Это уже с какой-то добавкой. Я себе карамельку взяла. Продолжаем. Еще раз дымательная бумага. И еще раз дымательная бумага. Так, есть. Взяли салфетки. Салфетки всегда пригодятся. Вот. Огурец. Вот такой вот один, но большой. Взяли хлебушек. Вот. Горчичный. Любим. Любим. Лучок. Лучок, я не знаю, сколько здесь. Тоже красивенький лучок. Взяли мы Джек. Джек конфетки. Так. Килограмм 156,89 на 49,26. 314 грамм. И последнее, что мы прихватили в магазине, это вот такая вот колбаска Добро. Выглядит обалденно. Получается здесь 349 грамм, получается 100 грамм, 31 гривна с копейками, ну вот где-то на 95 гривен такой кусочек затянул. Ну и все, пакетик пустой. Вот, укус. Вот, в принципе, и все наши покупочки. Так, а вот наше чудо. Чудная Симушка, Сима, Симонишна. Вот этой вот красавице я покупала вот этот корм. Шарики. Вот, да, нам 25 апреля будет месяц. Да, мы вот такие вот уже взрослые. Отвернулась, у меня вспышка на глазке, если... Вот сейчас я выключу вспышку. О, темно, конечно. Сима, Сима, Сима. Лапа грызет. Включи вспышку. Опа. Да, лапы непослушные, лапы. Да, лапы. Немножко глазки закисают у нас, как у всех котят. Вот такие мы красавчики. Вот вам дарим хорошее настроение, да? Немножко делимся хорошим настроением со всеми, да? Да, да, хорошим настроением. Симка, хорошего настроения всем скажи. Да, всем, всем хорошего настроения. Так, ну а у меня на сегодня все. Мы с Симкой будем закругляться, да? Всем пока и до скорой встречи. И всем пока-пока. Пока-пока.